Накануне утром в Чите трагически погиб бывший футболист читинского «Локомотива» тренер Виктор Егоров. Об этом сообщается в объединенной группе болельщиков забайкальского футбола в соцсети во ВКонтакте. По данным источников в правоохранительных органах, Егорова убили. В профессиональный футбол Егоров пришел в 24 года. В 1984 он приехал в Читу играть за вновь созданный «Локомотив». Прощальный матч за «Локомотив» 33-летний Виктор Егоров провел 31 октября 1993 года. С 1994 он занимался тренерской работой. Ему довелось потрудиться на должностях тренера, технического директора и исполнительного директора.